Ирландские лоукосты Ryanair запускают новый рейс. Самолеты из Одессы в Барселону начнут летать с 3 июля по вторникам и субботам. Цена перелета стартует от 59 евро. Перед покупкой билетов пассажирам следует учитывать возможность переноса рейса как из-за карантина, так и по коммерческим причинам. Маршрут еще не получил все необходимые документы для открытия рейса и подлежит одобрению властями обеих стран. Также Ryanair планирует открыть еще 18 маршрутов из Украины в начале летнего сезона. До середины марта только 5 стран мира отменили все ограничения для туристов. Это Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. 69 туристических направлений все еще полностью закрыты, 73 государства открыты частично, а еще 70 требуют отрицательные тесты на коронавирус. Среди открытых для украинцев стран в зеленой зоне Турция, Египет, Грузия, Америка, Мексика и Казахстан.